Маршрут Тираспа Лепкаме. Остановка Бельцы. Передаем за проезд и не забываем вещи. Бельцы! Ребят, мы ничего не забыли? Да вроде нет. Нет. Ну тогда мы начинаем! Вообще! Вообще мы должны были играть в Гагаузии, но Оля решила сделать вот так. Окей, Google, как добраться из Тирасполя в Гагаузию? И поэтому мы в Бельце! Привет, Бельцы! Забыли. Что? Данила забыли. О, Данил звонит. Да. Ты где? В смысле проспал остановку? Лепкане? Ребят, есть кто-то в зале на машине? Нужно парня забрать с Лепкан. Да ладно, Таня, без него справимся. Клади трубку. Ладно. И что будем делать? Какая неловкая пауза. Может быть, я спою? А давай! Песня про американский фильм ужасов. Ха! Как же хорошо, что нас наконец-то никто не останавливает! Мы можем показать ту запрещенную миниатюру. Какую? Ну, ту! О которой Данил говорил никому не говорить. Но он же будет ругаться. Так мы не будем говорить, мы ее покажем. Фу, еле успел. Так и знал, что они захотят показать ту самую запрещенную миниатюру, о которой я говорил никому не говорить. Говорил же! Давайте лучше сделаем наше выступление по-настоящему смешным. Для этого нам нужно добавить в него немного гэгов. Не получится! Все гэги уже сборной Гагаузии. Таня, гэги — это смешные моменты выступлений. Вот в нашем выступлении есть что-нибудь смешное? Песня. Синий поцелуй после жаркого лета испортила к черту с луком котлета. Таня! Встань на место и прекрати позориться. Вот видишь, ты меня обижаешь. Да ладно тебе, Танюш, не обижайся ты. Давай лучше во флюорографию сыграем, а? Во что? Ну, во флюорографию. А, давай, а как? Вот смотри, я аппарат, а ты берешь крестик в зубы и плотно прижимаешься ко мне грудью. Дурак, что ли? Ребят, а где Паша и почему он не вышел на сцену? Я здесь. Паша, зачем ты оделся в костюм Наполеона? И кто эти помороженные? Ну, я как любой КВНчик, сначала хочу выиграть битву здесь, а потом пойти на Москву. А это мои войска. Император, а когда тепло будет? Когда Путин разрешит, тогда и будет. Слушай, пошли отсюда. Говорят, на левом берегу газ бесплатный. Шахимарк, лягушатник. Становись на место. Ребята, а что у нас по миниатюрам? О, есть одна миниатюра. Очень актуальная миниатюра. Ну хорошо, объявляй. Фильм «Хатико». Молдавская версия. А без виз точно будет? Будет. Ты подожди меня здесь, я скоро приду. Thank you.
прощения, вы Приднестровье не видели? Да пьянун залепилимба русы. Да пьянунца лепилимба молдавиняска. Вы-ли-ли-ли, it's me. Так, Молдова, мы не к тебе. Но я ждала. Хатика ждал, и ты подождешь. Но не дождался ли? А без виз будет? Thank you.